А сколько стоит у вас это? У нас 200 рублей стоит. Катание. 2 километра. Ну вы сначала кого-то набираете? Мы сейчас как бы в принципе набираем, да, по мере набора. Ну не то, что по мере набора. Если вы сядете 5 минут, ждем и едем. Получится, не получится, вас прокатим, нам как бы уже. Ну, меня уже нечего. Яндекс такси прокатило. Ну, они же ездят по дороге, а мы уже по набережной катаемся. Ну, а в рамках рекламной акции бесплатно прокатить? Это понятно, да. Ну, у нас набережная все-таки красивее, чем по дороге ездить. Вопрос задан, ответ не получит. Не прокатишь просто так, я прорекламирую заодно тебе. Ну, Яндекс такси платит деньги, а я плачу. Сам, это, ты сам сделал, да, такой, да? Ну, естественно. А что там, я услышал звук такой этот, мини-трактор. Интересный. Что там? Мини-трактор. Трактор? Вот я услышал такой тракторный звук. А как он обслуживается? Можешь показать, рассказать, как это сделано? Я все равно выложу. Хоть и не катаешь. Интересно это. Ну, это, там ничего такого сложного. Просто каркас надет печки, а так мини-трактор такой же, как обычный. Обычный, да? Едешь с рулем. С передачами. Я видел, сам все это сделал, изготовил, да? В Волгограде делают у нас. В Волгограде делают? А, предприятие, то есть это такая... Аттракционы, различные виды, не только этот. А, и вставлен туда мини-трактор. Приобретали. Ну вот так, друзья, мини-трактор вставили, и печка нашего Иванушки готова. Емели, да? Ага.